Күнде почти мына ушундай нәмә алам. Алам ушундай пончики, куке и колбаски и ушундай сыр инде. И ушундай сок алам. Бүгүн бульон шәп Альбертка. Потому что у него похмелье. Я не похмелье. Индей супчик алды. Кин упа утрам никогда бульончик ашмай турган. Просто хагандым тиган була. И еще она набрал телеген мекей. Ошо соктары весь свежевыжатый. Даже морковный свежевыжатый продуктар. Вообще просто обалденный темля. Вот эти пончики. Пончики просто обал башки. Кошеля на завтрак. Алала. Какие-то блинчики, вафли, всякие джемдармы, печенье, смузи, опять же, кунхай, кунхай жарный, шайл, колбаса. Ты не понимаешь, а ничего, гин тоже шайфер. Я так хочу. Хорошо, но ики точка на гора, банда Азалия, ватрушка лакатанцы. Привет, ватра, ватрушка лакатанцы. Тупишь доллар. Ай, ёпка. Banana domo chico chico, big balls, que ataca verlo bigo bigo. Nundo, mi tumba banana triple triple. Cono, lungos en mi fiat, calate verlo piac. Caigato en mi metro, no slack. Pelo lo calito nego, paca paca nac, terelac en mi toca, siempre tombo. No, no. Banana domo chico chico, big balls, que ataca verlo bigo bigo. Lungos en mi fiat, calate verlo piac. Caigato en mi metro. No slack, pelo lo calito nego, paca paca nac, terelac en mi toca, siempre tombo. Купальником такие гейным охуительным, опять какой-то открытый вулан. Потому что мне это типа слитный купальник уже кирган охват с этим возрастом, да. Вот. Меня возрастом считаю нормальным. Могу открытый купальник кирган. Загорать только за то рахат. Что за понятие у этой с этим возрастом, да. Так, кисяга на кара утром бер паблик. Ленде бер паблик тахалгандар, ленде бер Ильнат Фархулинман. Менің бізді қонақтайыны өзі біз бірге бейіп видео түшіріп алғайын, сторис қалғайын. Мені, кстати, шуны алғандар да, бір паблика алғандар да, и онда кішілер бұқтап, да такой степен яды бүткендер енді мені. Илнатты бірі өзі бұқтамаған, мені бұқтап алғандарымды. Типа, вот, ней, шундай, енді бетенде, еш бесе түгіл бетенде, еш қатын түгіл бетенде, возрасте. Зачем себя так ведет? Некрасиво, эшеке, это пидлик, уятык, ужас, короче, что надо быть кандалинга. Суга, ней, айтейм чигейм, в каком возрасте? Вот это понятие я никак не могу понять. Для меня мой возраст самый лучший, самый хороший. И ничего постыдного, на самом деле, я не делаю. Аллах, шикар. И, ней, и знаете, что самое интересное? Шу, комментатор, да, и не парахан, вот это. Вот это для меня подписчик-то. Короче, достар, қарағыз, бұлтыр мұна, қайдан әлі, Порт-Натурдан краптар алайынық бір ағайдан, жана Джамал ағайдан, мұна ол берген крап. Бұлтыр, короче, Ильнас крап алған да өте, и түлерге ұнытқан. И представляете, мұ, мұжықтар, ей-еу кеттілер, біздің атылдан өте, Порт-Натурға қадарым атлап, представляете мұ, атлап барырға 40 минут. 2 километра барғандар атлап, и соң теге крап тұтқан мұжик ақсағын алғанда бұларды еліп машинаман кері қайтарып қоған бұла тұрға. Илнас, не бәтті? Біз бар өте? Біз бұлай штолиды, позвонил бұды. Әйі бі? И привез бұл көмінің машине крапты. Петра, доставкасы да бар? Доставка да бар бұны? Номерің берді ме? Берді, жоқ, WhatsApp-тан бар. Беліп қойғыз, помните, бұлтыр мен түшірген сізге шул мұжықты, рыбақты, который краптар елғанын тұтала, и свежі ғына келеш, бөшіліп біздің алдығызда шуларды дәмлі етіп тұрып, сізге нейінде хата, дәмлі етіп хата. Осылай крап выглядит, мен вообще яратмайым, конечно, но мұжықтар довольныйдар, яраталар крапты. Альберт, несек? Дәмлі. Қайда көрсетелі етін? Альберт маны Ильнасы тодылы балық ашып, квасысы отырларыны бір заман бөккен пляждың мұжықтары өте кетелер аптырап қарайдарынды шаңын бір мұжық түзбәні «Деу взял эту рыбу» дейінде шаңын. Альберт айтайынды, «Этот, из дома привезли» дейінде. Әтігілер ойдағанда, что где-то продают, а бұнда нигде не продают.
Вот так, так что если бы келхаген, удивительно, тот лобалах откилиган, тот лобалах там, да, прямо на вес золота. Турк там прямо улип я раздала тебе тот лобалах, ты ведь даже доллар алгарик мне, тот лобалах бирханга дала прямо улелеринте прямо. Представляете, о, еще привези, ты ведь, представляете, мы? Потому что эти металлы не умеют солить рыбу и не умеют вообще тебе тот лобалах штырга. Вот так вот. Так что вместо чаевых можете привозить тодло балык. Можете даже бизнес организовать. Представляете, мы? Короче, бир шумадан тодло балык откеляхе, да, это глав пифторг там алыгы, тодло балык там. Или пятерочка, там, хотя бы. И шунан, вы можете бында спокойно хатырга. На пляжной юрихе, говорит, тодло балык, типа, скрывай, как это, в три дорога можете хатырга. И кутарахана ахсаш там хотя бы решить. Зачем наш бизнес продаешь? Это оказывается. Это оказывается. Мужиктардын бизнес-планы болгон, мен аттым. Короче, алайтмагам. Достор, биздин резидамынан кетип барабыз спа процедураларга. Дөрүстүн айтканда спа процедура түгүл, неге? Массажга. Вот. Мында, короче, отелде массаж кылып атпайт энди. Экинчи отелде айтам бит, осудурак. Ушунда азыр бизди келип алалар, прям машина менен. Эргелегине чейиндилер. Ушу түгүл мекен резида, крутой, жоктур энди өтөйт. Биздин Ишек те килевал махалар ярайда. Машина килевалды какой-то бир. Бир ишек килевалар экен дияк. Нормальный машина килевалды. Здравствуйте. Здравствуйте. О, не украдете? Ну, не знаю. Нет. Посмотрим. Посмотрим теперь. Я смотрел, сумка могла быть там много денег. Нет денег у нас. Рызданы, значит, асып сығаралар. Мен ле асып сығаралар екен. Спасибо. Я думала, то ее только, ей только открывает дверь. Короче, достар, мына қарағыз. Мына осындай трехзвездочный отельде. Бізге ішілейдер массаж. Дәлі кескені отель. Мына қарағыз. Уютно, бассейн дорогой. А сколько тут цены вообще, если один человек хочет приехать? А сколько обходится? Ну, наверное, сутки здесь как 40 сейчас. 40 долларов? Эро, да. Сутки? Ну, почти, да. Разница, uh-huh. Каждый день разница, но, пожалуйста. Ага, пожалуйста. Пожалуйста. Здравствуйте. Я говорю, когда вчера разговаривали, она сразу сказала мне, я говорю, нам только массаж на все тело. Она говорит, да, 30 долларов. А сейчас приехали, она уже по-другому. Хорошо. Ага. Кеткілер подвалға, если что, юғалтыма ағыл, мұна әлі ғайдар түйін ұйға еліп кетіп ағыл. Если вдруг мен башқа сөйізға сықмаған, біліп қойғыр, мен деңгіз бойында какой-то бір отельда подвалда. Ну, конечно, ней. Сын әткенде, конечно, трехзвездочный отельда. Қарағын есек скромненько ғана. Я холай. Захотели осылды бюджетный массаж. Вот и получайте. Бүтін тәңгі әштейдер, ебінді қыздар әштейдер, дайкалар енді. Өші қаттар шәм әштейдер. Түрді массаждар бар, өте расслабляйші, жоғыски, супер жоғыски шында. Мен білмеймін дәр, разные разновидностары бар. Я тут тігінде білін, массаж спинына 60 доллар дейдер. Прикиньте, бізді отельда. Өші офигелі. Шоғай еңгі де келіп тұрып. Нық қиватта, арқаға қына. Окей. Окей. Что это такое? Окей. Окей, окей. Лен Микейман. This is good. Арқамды, короче, массаж дендер, штендерді, короче, достаршан шлап етіп. Арқам әлемеде бір есі бір нөмемен іште оштанлар. Что такое, не знаю, бұлайда менің арқам яңған қапқызыл. Еще хуже. Таш. Бұл таш, бақыл келді, сындатты. Қызған ташман іштейдер дальше, представляете ма? Мына Ризда, неме тейін тарақанылы көкейтейін? Кім хотел дешевый массаж, а? Кім хотел дешевый массаж? Ризда. Білмейді. Вот и получили. Тасы майтып. Хайпанлар, хайпанлар да. Хайтары жарзылар.
бізді. Қойнар тошылай келеді. Әй, еші бірге айталар. Таң келеді. Ертай келеді мүтті. Мен де мүтті. Үйінді бір. Вот такой вот вид с балкона, доктор. Она он да деньги. Был корпус-то, кстати, уринен на бассейне, ушындай барында. И он да уринен столовые барында. Ушлай балкончик, он да уходит, и все. Шлам он икитахин да обзор номера. Күбі бар. Фруктлар, кстати, әпкелелер бұнда. Напитки, холодильник бар. Онда бар диванчик. И ошында ике кроват. Бірігінде бір ұқтан, бірігінде қазалы ұқтаны. Сөй, бұл жүй ендіқ, достар. Сумкаларды тиянек. Шумадандарды алдық. Эй, чё, не хочешь уезжать? Давай, давай. Вставай. Сөй, посмотрите, зарядкаларғыз алдығыз ма? Телефондарғыз алдығыз ма? Бардак қалдырды. Кстати, бұнда мына холодильника. Фанта, кола қоялар, сейдер бар. Мына худы даже осылай упаковканы әкеліп қоялар, представляете ма? И даже мына осындай чипсылар күнде қоялар. Біз ана ашамалық. Нифига ла, потому что тен хэдлотта. Номер вообще очень шикарный. Был теге делюкс деп аталайын деп. Осындай мына шкафчиктар бар. И мынаунда тоже бар шкафчик. Мында бар, кстати, сейф бар, бесплатный. И мына жындай дур туалет бар. Мына ушай инкетахында. Ванна, душ бар. Раковина очень большая, огромная. Фен, унитаз. Ошындай дур, просторный, матур бульмэ. Күнде ештралар, юб кеталар. Кстати, если хэд был ательға кихагат, добидан ательға эвтай. Если вам комнату не дают, а далее в маленьком корпусе, где маленькая комната, а в другом корпусе, то вы можете доплатить. 4000 доплачивать кандар малек шлер. Кайгер кишлер, наверное, 4000 бергандар, да, прямо ресепшн, да. Хотя изначально у них был другой, дешевле номер. И ошо, дай, делюкс номер алгамдар. Большой вещик. Но бізге был, болды, опять-таки, Лили Турдан в подарок был номер. Все, номер тогда, короче, сдавать тогда, когда аэропорт открыли. От души отдыхайте, когда на самом деле ваши ялкутты. Какие? Без балма ушара были. Мамта ушара были. Тихо. Ой, блин. Чего? Надоело уже. Надоело мне отдыхать. Последний раз махитесы в халайк. Типа алдык-то, вот. Какой-то кадылгы, наверное, это. Минимекей укен тихем. Альбет это помидорты. Альберт, а же пара нам не тащит там, да? А я вам сама? Мне пахит. Махитного помидора лалар, что ли? Дракон дэйн дэйн. Ты не точно без алкоголь не алдал? Алкоголь не алдал. Я убил алкоголя. Нет трава. А че пэсу? Вот это ребята не дарвам. Хау болагас, тугандар, бай болагас. И кенсил ошундау куршырбын. Ровно через год на этом же месте куршырбын. Это наши, этот, как там, немекелі, курортные друзья. Барда он курортный роман, а это наши курортные друзья, достат. Да не всем ее вдруг отдыхать. Будете скучать без нас? Да. Да. Будешь? Будете скучать? Да. Олар постоянно бізден көбірек отдық алалар. Прикиньте. И специально шаялалар, чтобы қадып кеткен салар, эрігіне тұрып қалалар. Мы едем домой, мама уже как только и приехали. Ой, как только сели в автобус, сразу легла спать. Вот это ее ноги. Фильмы закачал. Смотрите, смотрим фильмы. Наушники сатып алған эрігіне. Турецкий балдар бар. Купаға балдар. 2000 евро. Ух ты, дядь. А чё те наушники, которые я тебе подарила? Кингстонские. Они дома остались. 2000 евро сатып алған. Шоңа қазір я его разыграю в своем канале. Иди нафиг. Чё еще расскажи? Разыграю я его с моим сырым. Кімге нужны Альберттің сырный басырағыман құлақтаға саққан наушники? Пишите. Альберт сказал, будет разыгрывать свои наушники. За сколько будешь разыгрывать? За что?
что надо будет сделать, чтобы получить твои наушники серые. Бляга, доктор, мне просто хахана. Просто невозможно. Вообще ужас. Прямо 200 грамм. Альберта Тюрган. Ой, блядь, ну твой куда не срайка на косахине. Вакытыбызды әрәмет мәнәк. Пока самолетта кешеләр утырыш беткән, сабыда уже байн түшерді қазар яна икәдә шеф. Представляете ма? Это будет шедевр из шедевров. Вы никогда такой не видели. Называется блокбастер Танал Сокол. Добрый день, уважаемые дамы и господа. Мы рады вас приветствовать на борту Boeing 757 авиакомпании Азур Эйр.